Дорогие друзья, эта новость появилась в российском шоу-бизнесе еще в час ночи. Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал, ведь то, что мы делаем это исключительно для вас, дорогие наши зрители. Нам с прискорбием сообщают о том, что вчера вечером в Испании потерпел крушение самолет, на котором летела вдова российского певца Иосифа Кобзона Нали Кобзон. Сообщается о том, что самолет неудачно приземлился и произошла трагедия. На данный момент все пассажиры находятся в больнице. В каком состоянии находится Нали Кобзон, мы пока не знаем. Информации достать очень трудно, так как это совсем другая страна. Народ следит за развитием этой трагедии, хочется верить в то, что с Нали Кобзон все будет хорошо. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал и берегите себя. До скорых встреч, будьте всегда с нами.